Итак, всем привет! Вы на канале Эрик Антона, господи. Мы ранее построили хижину, да, и теперь нам готов, видимо, дать какое-то задание. Честно, какой-то полусумасшедший. И не знаю, мне кажется, он может нас предать каким-то своим бешеным взглядом. Смотрите на его рожу. Смотрите, что тебя делают. Ужас какой-то. Че? С ума сошли, что ли, ребят? Ужас какой-то. Ну, это вообще бред. Ужас. Шрам ему оставит на голове. Кошмар какой-то. Такар. Хаташа. То есть он типа с нами, все. Ну давай, что ты хочешь, что тебе надо? Какой-то огонь. Что-то связано с огнем. Сейчас будет какое-то задание с огнем. В лагере удам больше лекарств, костяная пыль. То есть он сделал себе дырку в башке, чтобы я сходил за лекарством. Зашибись. Очень круто. Ну все, пошлите за пылью. Костяная пыль, какая-то пыль. Так. Так, костяная пыль, она находится вот здесь. Тогда идем вот сюда, вход большой дарвы. Все, погнали. Так, мы дошли до точки, где было задание. Вот здесь она была. И для чего задание? Костяная пыль. Отметьте целителя удам, даю делающую пыль, которая поможет помочь удам. Так, что мне надо отметить? Найдите, заберите костяную пыль. Так, ну хорошо, вызываем сову. Давайте одного завалим, который на верхушке стоит. Северная глина. Так, отлично. Двигаемся дальше. Так, пока меня не заметили. Блин, все, заметили. Бежим. Все. Блин. Давай, поднимемся. Там где-то этот козел. Да вон он наверху, по-моему, нет? Так. Отлично. Все, двигаемся, ищем костяную пыль, пока не можем.
Так, здесь северная глина. Может быть, вот? Северная глина. Вот, наверное. Нет, смотри-ка. Это все северная глина. Давай, давай. Отлично. Растет красный листок. Так, двигаемся к следующей точке. Так, одна глина. Так, и последняя точка наверху. Так, ну, наверное, должно быть она здесь, я так понимаю, северная пыль, иначе... Покиньте лагерь, да. Так, я так понимаю, это будет проблематично сделать. Друзья, я могу на нем покинуть? Я же забыл совсем. Я могу оседлать, нет? А, нет, только лечить. Все, бежим, бежим, бежим отсюда, ребята, бежим! Все, пыль наша. Отлично. Мы забрали костяную пыль и задание выполнили. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!